с двое. Сегодня я продолжаю рубрику на моем канале по Майнкрафту. Давайте не будем медлить и начнем сразу же. Не обращайте звуки на посторонние звуки. В смысле? Блин. Это не тот мир. Короче. Это... Блин, я с другого компьютера просто. Ну, давайте сделаем обзор моего домика. Ну, в другой версии Майнкрафта. Не, ну, версия та же самая, но просто компьютер другой. Да. Я поселился вот в таком вот деревце. И вокруг него очень много вот таких деревьев. Так, звук идет? Звук идет. Бандикам. Все нормально. Так, ну здесь это тот же самый модпак. Ну, давайте сделаем обзор вот домика. Здесь два прохода есть. Один вот этот, который я не доделал, и вот этот второй. Здесь двойная дверь, чтобы этот, ну, не было света. Не обращайте внимания. Так вот. Здесь у нас будет, ну, я если думал, типа печечная, склад. Не, ну склад будет здесь пусть. Нет, это мало места. Так, что я еще сделал? Я сделал здесь. Я еще не решил, что здесь будет. Здесь. Тоже не решил, что здесь будет. Ну и дальше комнатки вот такие вот. Раз комнатка. Так. Ну и все вроде бы. Да. Все. Комната. Ну и два комнатка, это вверх. К нему можно спуститься вот просто вот так, не парясь. А, ну еще и эта комнатка третья. Ну здесь уже, наверное, вот реально будет склад. Так. Все. Еще второй, про второй вход не сказал. Это типа запасной вход. Ну по нему также вот идешь. Коридорчик такой, и приходишь сюда. Это такой круг. Ну, в сундуках у меня ничего необычного. Все, что я успел собрать за мое приключение. Вы, наверное, спросите, почему я в гейм-моде, и почему у меня эти непонятные книги. Просто я не мог найти дорогу домой. Да. И поэтому я в гейм-мод зашел. Да. А это я просто посмотрел вот этот. Вот это вот Мисткрафт мод. Кстати, очень интересный мод. Это не я. Так, одну секундочку. Так, немного пришлось прерваться. Так. На чем я здесь остановился? А, ну да. Блин. Упала. Тварь. Это она была здесь. Так. Ну. В смысле. Ну. Тут закрою. Больше рассказывать здесь не о чем, так что давайте. Ну, просто посмотрим окружности, так скажем. Куст черники. Так. Не обращайте внимания на посторонние звуки. Это просто тут кое-кому не нравится, что я здесь видео записываю, поэтому он решил пошуметь немного. Ну вот. Теперь вы знаете, почему посторонние звуки есть. А с того дерева я брал для того дерева листву. Когда был еще не в гейм-моде. Кстати, это белое, она вроде бы убирает, да?
Да, она убирает эффекты. Ну, все, в принципе, здесь даже нечего больше рассказывать и показывать. Монстаун. Господи. Так. Ну вот что это вот? Ну всю красоту испортила. О, вообще нормально, блин. Ладно. Сейчас мы... Опа. А что это за кустик? Малины, небось? Или гребень какой-нибудь? Не, малина это вроде бы. Или клубника. Не знаю, вот. Давайте вот сейчас вот попробуем догадаться, что это за куст. Ну... Малины, кажется. Ну, или клубники. Вот я ставлю больше на... На малину ставлю больше. Давайте. Хоп. И хопа. Есть! Да! Я отгадала, это черника. Это черника. По цвету уже понятно. А знаете-ка, что я придумал? Блин, я звук... А я думал, звук-то не записывается. А ты записываешь. Так, все, очень даже хорошо. Я придумал соединить эту хрень с деревом. И вот где-нибудь здесь сделать проход. Вход. Ну да. Ну, а это мы будем делать только тогда, когда под этим видео наберется около... Так, сколько нас человек? 22. Когда под этим видео наберется 15 лайков хотя бы. И тогда я сделаю другой летсплей по вот этому вот миру. Ну, пусть будет Magic World of New ПК. Да. Magic, ну, типа магический мир на другом ПК. Да. Ну, что ж. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставили лайк, о господи, и подписались на канал. Также я хочу скоро выпустить сниппет. И да, вы, наверное, спросите, где же то видео про Пушкина? И отсырели мои петарды, ну, на которых конструкция там вся моя... Пистолет, вот он же там, я хотел сделать на основе петарды, а он не хочет делаться, ну, в смысле, порох отсырел. Он почему-то не взрывается, вот эти вот петарды Корсар 1 я брал, если что. Он просто берет и не взрывается. Просто дымится, что-то там делает. Опа, сопротивление урона. Спасибо, красный. Так, ну вот, он просто делает, ну, зажигается и все. Больше ничего, только это скорость, это хрень, да. Это хрень опасная. Ну да. Ну, в общем, всем удачи и всем пока. Так, приостановим запись. Так, давайте сначала запись.